Тяяси человече телом лишнее, страхом свидания поличные обморюсь, божественную жития скройку общинию, девы примирися для печалиши, та ожидая, где проявляется страшный яд, прежде причастия страшных живет решение воли, и твоей крови остановивы. Рассечный веком естество наше, сам бессменный, царю ты имя мое крестное покаяние, преклони ухо мне, и услышит глагол моя, совершив бы, Господи, согрешив на небо и пред тобою, и есть услышал ты минуту славы твоя, прогнева по твою благо, твоя заповеди приступив, и не послушал твоих повелений, но ты, Господи, не злобен сильно, терпелив же и многомилостив, не предал себя погибшим законами моими, мои всяческие ожидания прощения. Ты борелся, человек, любящий пророком твоим, яков хотением не хочу смерти грешника, но я же обратился к любовь ему, не хочешь его владыка суда, не туешься погубителей, ниже благоволишься победить погибеля твоих частей, но хочешь всех спаси всею разум истинной прийти. Тем же Асаси не достоин действия небесей земли, и сия временная миссия себе твоему греху, и совсем поработив, выскоки образы на твои, создания твои, не чаевые свои спасения, приятно твои, безмерно благослови дерзая, прикажду, приимал полмине человека, Господи, яко жугуницу, яко разбойникам, яко мутаря, яко блуждуном, и возьми мое тяжкое время грехов, грех тебя мира, немощь человеческая исцеляя, нуждаясь обремененным себе призывая, покривая, не пришедший призвать праведного грешного покаяния, и очисти меня всякий скверный плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти твои, яко чистым святым совести моя, святым твои сейчас приемля, соединимся к этому телу твоему и крови, и имей тебе во мне живущих пребывающих со всем святым твоим духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не судный будет причастие притихших и животворящих тайн твоих, не ожидания мощных буду души, же и телом, от ежи недостойных тех, причащающихся удачами до конечного моего издыхания, не осужденного приятно сейчас святых твоих, в духа святого общения, на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище твоем, я, когда и со всеми избранными твоими общим буду медленных твоих благ, я уже готов все любящим Тебя, Господи, в них же препрославленный все во веки. Аминь. Господи, Боже мой, век яко несть простой, ниже доволен тобой кровнитиши храма души моя, надежда весь пуст и фалса есть, и немощи во мне место достойное, я же голову восклоните, но я даже с высоты на сраю смирившись в себе, смирись иные смирение моему, и я восприялся вертепе, и я светословесные возвещи, сильце восприми, я светословесные моей души, воскверненное мое тело в нити, и я даже достою сильники свечерите согрешки музона Симона прокаженного, а твоей воли в нити вновь смиренная моя, души прокаженные и грешные, я тоже не отвинулся подобную мне блудницу и грешных, пришедшую, прикоснувшуюся к тебе, сильцу милосердия всем не грешнем, приходящий, прикасающийся, я тоже не возмущался, я скверных не усничистый, целующий тебя, ниже моих возмущайся скверных луны, усничистый, ниже нескольких моих нечистых усен, и светлого нечистейшего моего языка, задобует мою выбор святого твоего тела, честные твоей крови, во освящение, просвещение здравия, смирение моей души и телу, во облегчении тяжести многих моих всех решений, соблюдение от святого, от всякого дьявольского действия, вот на невозбрание слава моего лукавого ключа, умышление страстей, смотрение заповедей своих, приложение божественной твоей благодати и твоего царства и присвоения. Небо яко притирая прихожу к тебе, пусти Боже, но яко дерзая извлеченный твои блага, и да немного удаляйся общение твоего отмысленного Бога нашествием, благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе. Премудрости Божие и миру, и силу. Аминь. Со страхом Божиим и верою приступите. Ты, воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришед и мир вечный, спаси от них же первый есть ад. Еще веру, яко сея самое причистое тело, то есть самая честная кровь Твоя, молюсь о Тебе. О, милое, прости прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведем и неведем. И сподоби меня неосужденно причастись, я причитаю Твой таинств, восстани грехов жизнь вечную, аминь. Вечери Твоя тайна, днес и не будешь причастниками прими. Небо врагом Твою тайну повем, не лобзани, не там, яко Иуда, но как разбойник исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или в осуждении будет непричащение святых Твоя тайна, Господи, новое исцеление души и тела, аминь. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Подходите на вторую чашу, пожалуйста. Братья и сестры, на вторую чашу подходите. Святаго благоверного Александра Невского, его же есть храм, святых и праведных Бога Отец Икима, Иоанна и всех святых, помилуйте, спаси на всякую благо, человек любит. Аминь. Великого Господина Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московской всей Руси, и Господина нашего блаженнейшего Онуфрия, митрополита Киевской вся Украины, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Туркоревского, похорони во страну нашу, нас не переживайте, прихожие храма сего вся православной христианы, Господи, сохрани многое лето, исполни. Братья и сестры, сердечно хочу вас сегодня приветствовать и с радостью вместе с вами делиться сегодняшним особенным днем, историческим днем для этого села, что сегодня мы совершили великое дело, дело веры Православной Церкви. Дело каждого человека и каждого верующего христианина. Сегодня мы осветили небоподобный, как сегодня в молитве мы читали, храм Божий. Это тот живой источник, который мы являемся свидетелями тому историческому освящению этого храма. В честь благоверного Александра Невского, защитника, воина нашего православного христианского народа. И сегодня я с большой радостью нахожусь здесь, это воскресный день, и поздравляю вас с сегодняшним освящением этого прекрасного дивного храма. Хочу искренне поздравить отца-настоятеля, отца Павла, за его труды, за его любовь к Богу, любовь к церкви, любовь к этому селу, к вам, дорогие прихожане, и вместе вы совершили великое дело. Я выражаю благодарность титорам, благоукрасителям, людям доброй воли, которые решили, чтобы здесь этот храм был, обновленный, который был раньше, вспоминаю, 25 лет назад, когда мы приезжали преснопамятным митрополитом Никодимом, еще сюда не было той духовной жизни, только после самостоятельности Украины началась строиться новая жизнь и обновлялась церковь православная. И сегодня вы имеете такой прекрасный храм. Я низко кланяюсь и благодарю людей доброй воли, которые пожелали и сделали это прекрасный подарок этому селу, церкви православной и всем вам, прихожанинам. Потому что храм Божий, как купол и крест и звон, который сегодня мы слышали, это маяк, который освещает путь к дорогу храму, путь к вере, надежде и любви Христовой. Та любовь, которая должна всегда быть между нами, всегда должна нас объединять, чтобы мы жили и творили, и радовались жизнью, и укрепляли свою веру через молитву, и укрепляли свою душу, свое сердце. Сегодня воскресный день, радостный день. Сегодня Пасха Христова, потому что мы собрались в этом храме. Дай Бог, чтобы всегда такие радостные и праздничные дни всегда были у нас на устах, на наших лицах, чтобы радовалась наша душа, что сегодня мы ее открыли для принятия Божества молитвы, той молитвы, которую сегодня мы совершили, освящая этот храм, совершили первую божественную литургию. Трапеза вечной жизни, где сегодня мы были соучастники божественной литургии, а кто причащался от тела и крови Христовой, той вечной трапезы, которую сегодня мы получили. Искренне сегодня поздравляю вас всех с этим праздником. Наверное, нету ничего такого радостного, когда ты являешься участником, а сегодня мы все участники строительства и молитвы храма Божьего. Храм, который нас сегодня всех объединяет. У нас нелегкое время в нашей стране, но всегда церковь молится, как и сегодня, и всегда, и вчера, и завтра будут молиться за наш народ Божий, чтобы не было кровопролития, чтобы мир воцарился в нашем государстве, в нашем народе и, конечно же, в нашем сердце. Чтобы мы были теми сынами и дочерями веры православной, которые нам дали наши прадеды, переживая страшные страдания, как было 100 лет назад, разрушение храма. Но кто-то думает, что разрушат храмы, но веру нельзя разрушить. Нельзя душу и сердце разрушить, потому что это нам передается от наших прадедов-працев, от наших матерей. Вера, которая уже более 1000 лет нам является путеводной звездой. Как путеводная звезда показывала путь волхвам, пастушкам до яслев Спасителя, так и нам, вера православная, уже более 1000 лет показана правильный путь, по которой мы должны идти, спасать свою душу, спасать свою веру православную. Дай Бог нам терпения. Сегодня мы имеем немножко страдальческий образ для нашего жителя Украины. Это испытание для каждого человека. Нам тяжело сегодня, но никогда не бывает легко. И никогда не бывает тяжело, если Бог нам дает жизнь, а жизнь это сегодня, мы сейчас живем. Мы можем завтра изменить день, если мы сегодня будем делать все совместно, с молитвой, с доброй волей и с верой в Бога. Если мы будем снисходительно быть друг к другу, уважать друг друга, так мы будем строить наше государство, так мы будем молить Бога, чтобы Господь всегда помогал нам, и Господь всегда нам поможет, потому что с нами Бог, с нами вера православная, которая является нашей звездой, нашей жизненным крестоношением. Я искренне еще раз хочу поздравить вас с праздником. Сегодня прекрасный праздник. Он уже вошел в историю не только вашего села, не только района Харьковской области, он вошел в историю церкви. Сегодня мы все были участниками исторического момента освящения нового прекрасного храма в честь Александра Невского. Будем же такими твердыми в вере, и будем же такие сильные воины, как был покровитель этого храма, Александр Невский, сражаться с злом и только приобретать добро для себя, для ближнего, для веры православной, для нашего народа украинского. Еще раз всех поздравляю с праздником, желаю всем добра, милости, твердости веры, твердости в завтрашнем дне, что Господь всегда нас не оставит, Господь всегда будет с нами, будет для нас защитник и наш путеводитель. Позвольте в сегодняшний день, в день освящения этого храма, подарить отцу-настоятелю и приходу этому икону Божьей Матери с надписью о сегодняшнем дне. Сия икона Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, именуемая взыскание погибшим, преподносится в дар религиозной общине церкви святого главерного князя Александра Невского, села Туркоревка, Дергачевского района Харьковской области, день посвящения храма. Митрополит Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодухи, 2 июля 2017 года. Благословение Божьей Матери да пребудет с вами во веки веков. Аминь. С праздником! А также в сегодняшний день позвольте мне вручить награды тем людям доброй воли, которые помогали и сотворили это чудо для всех нас в этом храме, который мы сегодня молились вместе за Божественную литургию. Я попрошу вас, Дениса, зачитать. За заслуги перед Українською православною церквою Олександр Анатольович Яровий нагороджується орденом Української православної церкви святителя Миколая Чудотворця. Онуфрій, митрополит Київської всієї України, предстоятель Української православної церкви. Земляк этого села, вот мы сегодня гордимся вами. Спасибо вам за ту помощь и за тот подарок, который вы вместе со своими друзьями могли сделать и построить эту красоту. За заслуги перед Українською православною церквою Валерій Григорьович Жадан нагороджується орденом Української православної церкви святителя Миколая Чудотворця. Онуфрій, митрополит Київської всієї України, предстоятель Української православної церкви. Слава Богу, свершилось. Грамота видана Камподелі Олені Антонівні у благословення за старання труду на славу Святої Церкви. Божої милості усмирений Онуфрій, митрополит Київський і всієї України. Грамота видана Микольченко Ігорю Юрійовичу у благословення за старання труди на славу Святої Божої Церкви. Онуфрій, митрополит Київський і всієї України. Калюжному Петру Івановичу у благословення за старанні труди на славу Святої Божої Церкви. Онуфрій, митрополит Київський і всієї України. Видана Жадан Іоанні Валеріївні, у благословення за старання труду на славу Святої Божої Церкви. Єпархії Української православної церкви видано благословення Оксані Николаївні Крівді за старання труду на славу Святої Православної Церкви. Видано у благословення Михайлу Івановичу Ссіченку за старання труду на славу Святої Православної Церкви. Грамота видана в благословення Вері Васильевні Крапивині за старання труди на славу Святої Православної Церкви. Грамота видана Викторії Валентиновні Данилев за старання труди на славу Святої Православної Церкви. Олександру Петровичу Калюжному за старання труди на славу Святої Православної Церкви. Грамота видана у благословення Ользі Миколаївні Шендрик за старання труди на славу Святої Православної Церкви. Боже милості, смиренний Онуфрій, митрополит Харківський і Богодухівський. Ще раз вас вітаю святом, засвяченням храму. Нагороджених бажаю саме найкращої. Дуже вдячний вам за ту допомогу, яку ви зробили. І сьогодні ми бачимо цей результат, який ми освятили цей новий храм в честь Олександра Невського. Дуже вам вдячний, як правлячий клей Харківської єпархії, від себе, від духовенства за допомогу всім вам. Сьогодні ви всі допомагаєте в будівництві храму, а особливо в будівництві храму – це наша віра, щоб ми її зберегли, оберігли її і передали нашим дітям на дальше і подальше, щоб наша церква жила, творила і збирала нас на дуже добрі справи для блага України, для блага нашої церкви православної. Ще раз їх святом і свячення храму. Ваше Высокопресвященство, дорогой наш Владыка, мы благодарим вас за сегодняшнюю службу, за сегодняшние молитвы, которые вы возносили Всевышнему Господу и за нас, грешных и недостойных, ваших послушников, ваших детей. Вы наш добрый пастырь, вы наш Отец. Первый раз вы посетили эту землю 14 февраля 2013 года, когда освящали этот крест. И вы знаете, тогда люди поверили, не мне, поверили вам. Они услышали ваш призыв, что нужно строить храм, нужно возрождать духовность. И работа закипела. Прошло 3 года с того момента. И вот на месте запустения, на месте разрушения существует уже вот этот вот дивный храм. Благодаря вам, благодаря вашим молитвам, Владыка, мы вам признательны, мы вам благодарны. Приезжайте почаще. Всегда мы рады видеть вас здесь, в этом святом храме. Мы очень надоедаты будем. Ну ничего страшного, вы люди такие, мы люди смиренные, поэтому будем все со смирением переносить и будем молиться за вас. А вы в своих молитвах не забывайте и нас, помните, что здесь на краю Украины, на краю Дергачевского района существует такой приход. Живут ваши дети, ваши послушники. И в залог нашей любви к вам примите эту святую просвору. Божий Матери. Спасибо, свой дорогой отец Павел, за сегодняшние хорошие слова. Я хочу вас поздравить, потому что, наверное, никто так не переживает, как вы переживаете сегодняшним днем. И те все 3 года, которые шло строительство, и с вашими людьми доброй воли, которые вы приезжали и благословения получали на проект этого храма, на строительство этого храма. Я сегодня радуюсь, потому что, наверное, самая большая радость это у вас, что сегодня собрались все, и священнослужители, и собрались прихожане этого нового храма. Сегодня ваш праздник, сегодня у вас Пасха. Я поздравляю вас из награды блаженнейшего митрополита Онуфрия Киевского, всей Украины. Также вас, дорогие прихожане, еще раз с праздником. Сегодня ваш праздник, сегодня Пасха Христова. С праздником вас! Спасибо! Нашему Кириллу, святейшему патриарху Московскому и всея Руси, и господину отцу нашему блаженнейшему Онуфрию, митрополиту Киевскому и всея Украины, и господину нашему высокопреосвященнейшему Онуфрию, митрополиту Харьковскому и Богодуховскому, и свято-покровской обители священному архимандриту, всечестному отцу настоятелю, сослужащим братьям, титрам, благоукрасителям, и предложено многократно всему богохранимее стране нашей, боголюбивому народу и я, всем здепредстоящим и молящимся, и всем православным христианам, подашь, Господи, благоденственное мирное житие, здравие же и спасение во всем благое поспешение, и сохрани их на многое и благое лето. Всеми вами. Спасибо, Господи. Благая лето.